В Советском Совете, на Генеральной Ассамблее, потому что и блиц, и быстрые шахматы, они, конечно, очень интересны для телевидения, для зрителей, поэтому в этом направлении мы движемся. Сейчас готовится предложение, которое будет рассматриваться на Совете Ханты-Мансийске. Можно я добавлю по этому вопросу, тоже уже на президентских советах ФИДы несколько раз уже обсуждался вопрос по поводу введения нового рейтинг-листа или новых рейтинг-листов для быстрых и для блицев, потому что все-таки рейтинг классики и рейтинг блицев будет отличаться, так как два абсолютно разных вида шахмат, и я думаю, что в ближайшем времени будет введен такой рейтинг-лист. Пожалуйста. Управление информации Российского государственного социального университета. У меня вопрос к Василию Ивановичу, как ректору университета. Скажите, пожалуйста, случайен ли тот факт, что такое огромное количество известных шахматистов, международных гроссмейстеров в числе студентов и выпускников организовано? Да нет, это сознательное стремление ректората университета, органов студенческого самоуправления. И для нас